Выпускник университета Такусёку, ученик Никаямы, обладатель 8-го дана, сенсей Масао Кавазои, приезжает в Россию 2 раза в год и неизменно семинаром посещает Одинцово. В зале более 100 спортсменов из десятка российских городов, а также ребята, представляющие Федерацию традиционного карате Одинцовского района. Она объединяет 3 клуба – катана, заншин и тора, а возглавляет ее Сергей Стрижак. Нам, конечно, повезло. Технический инструктор Федерации традиционного карате и мастер такого класса и 2 дня уделяет нам Одинцово, нашей Одинцовской федерации, нашим спортсменам. Очень много уделяет внимания технике традиционного карате. Именно настоящей технике, то есть старой технике. Технике шатакан, которую проводит в жизни Джикей. Технический инструктор Федерации традиционного карате мастер Кавазои с России уже 25 лет. Это время успешного сотрудничества, говорит сенсей. Среди его учеников – представители региональных федераций карате, руководители спортивных клубов, в том числе и Александр Савенков из Красноярска. Чемпион России, призер европейских и международных турниров, ежегодно встречается с сенсеем, чтобы почерпнуть новые знания и умения, которые позволят двигаться дальше, расти физически и духовно. Многих видел, занимался. Вот, ну, когда увидел технику сенсея Кавазои, я вначале увидел на пленке еще старой, просто был поражен. Вот, а потом, когда столкнулись, вот, в 99-м году, просто приехал поучаствовать на семинаре, просто как бы был поражен. Вот, и то, что я чем занимался, показалось, это было ничто. В свои годы он демонстрирует настоящее японское карате, которое нельзя нигде больше увидеть. И на мой взгляд, может быть, малыши еще не совсем понимают эту технику, но они видят этот дух. Этот дух – это настоящий японец. Для ценителей карате Масао Кавазои – легенда. Вице-президент Всемирного института шатакан с 1976 года проживает в Лондоне. Он носитель уникальных знаний, которые передает посредством семинаров. Вот и сегодня мастер карате предлагает ученикам связку из 5 частей, которую с успехом можно применять на соревнованиях. Я стараюсь давать те знания, которые соответствуют уровню каратистов. В России я уже 25-й год и отмечаю безусловный рост мастерства спортсменов. Российские каратисты физически очень сильные, это факт. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено. Обязательная часть семинара – аттестация. В этом году на черные пояса претендуют 5 одинцовских каратистов. За 2 дня семинара сенсей Масао Кавазои вместе с учениками разобрал нюансы техники рук и ног, ката, кумите, а также свободный бой с 2 и 3 спортсменами. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».